сейчас находимся в городе Астара, и вот один из источников, который здесь мы встретили по дороге. Что у нас? Смотрите. Горячая вода. Московский канал. Телевидение. Вот, вот так оставлю. Отлично. Вот такая вода, которую пьют. Вот я ее пью. Люди тоже. Я эту воду пью. Она очень полезна. И эта же вода, смотрите, горит. Невероятное зрелище, потому что горячей воды, у нас говорят, не бывает. Вода не может гореть. У нас водой тушат огонь, а здесь она горит.